Всем, ребята, доброе утро. Доброе, воскресное, прекрасное утро. У нас, конечно же, жара. И ту неделю вроде жара будет. Вот посмотрите на наших малышей. Гуляет у нас детская группа. Джесси на Исика охотится. Вчера она его облаивала, боялась. Сегодня она приглашает его поиграть. А где наша Моночка? А Моночка наша, он нюхает. В красивых штанишках. Запыленные штанишки немножко. Опа! Все-таки она его спровоцировала на игру. Исик. Вот, Исик, какого тебе провокатора надо. Так, у нас еще ремонт дома продолжается. Не заканчивается. Вот смотрите, какие дети. Видите, как весело. Вот, все, подружилась Джесси. А совсем недавно боялась всех собачек. Оттяк. А тут Моночка к ней пристает. Мона говорит, играй со мной. Все хотят с Джесси поиграть. Джесси такая активная, веселая, шустрая. А Исик уже запыханный. Исик отзанимался. Да, Исик. А потом опять гулять, скажи. Да что это такое? Не жизнь, а малина. Ой, тяк. Толкнули. Моночку толкнули. А что ты хотела? В кутерьме в самой гуще событий находишься. Не жизнь, скажи. Прекрасный отдых. Учеба и отдых. Пионерский лагерь отличный для Исика. И девчонки на подбор. Поиграл утром сначала с армой перед занятием. Потом закончили занятие. Позанимался. Потом с армой маленько поиграл. Потом арма погуляла у нас еще с Яксом. И теперь, пока не жарко, еще малышей. Это уже по второму выгулу у них. Утром мы гуляли где-то с 6 часов. Начинаем, да? Моночка, с 6 часов, чтобы у нас никто там не какал, не писал, не покакал. А смотрите, что делает, а? А вчера еще боялась его. Вон какая Джесси. Приглашает его играть. А он-то уже язык-то, у него лопатка-то на бок. Траву-то зачем кушаешь, Иси? Ходить, скажи, не могу. Могу ползать. Нельзя. Что это такое, а? Рычишь. Нельзя так. Нельзя. Рыкнула на Эйсика. Скажи, а что он не бегает за мной, да? Все, Эйсик устал. Все, Эйсик на бочок. Эйсик, пойдем домой. Жарко. Так, там у нас Моночка по туалету ходит. Пойдем. Джейс, пошли. Вон, побегай с Моночкой. Ой, Моночка у нас активная еще. Моночка у нас хорошо бегает и с Бароном. Барон за колечком бегает, и она около него аккуратненько бегает. Че, мои халюськи? Че, идешь к нам? Пошли, у нас интересно. Пойдем туда. Эйся, пошли. Пойдемте. Нет, что-то думает там. Эйсик, ты где там? Ах ты, маленький хрюндель. Пошли. Нет, не хочет, домой хочет. Устал Эйсик. Девчонки хотят еще погулять, домой не хотят. А Эйся, ты где? А Эйсик домой просится. А, водичку пил. Эйся! В траве, скажи, там прохладненько в траве. Ай, девчонки бегут. А, давайте бегайте вдвоем. Эйсик у нас сдался. Вот им вдвоем хорошо. Вот такие вот девочки. Вот. Ну, у Джесси все нормально с поведением. Все хорошо. Все отлично, можно сказать. В туалете она, Моня. Монка. Ох ты, Монька, Монька. Мешает ей. Ну, ладно. Разберутся. Моня, иди сюда. Так, ну, на этом ролик заканчиваю. Вот вам наши малыши. Никто у нас не дерется, все хорошо, все отлично. И главное, что самое главное, это, ребята, тихо. Никто не лает. Никому не доставляем мы неудобства, шума.